открыл глаз. Доброе утро, мои дорогие. 3 дня вообще ничего не снимала. Что-то приболела. Прям понравился мне парень-то. А вот Сашке даже не знаю, что сказать. Ты вот такой вот хороший. Крестница моя золотая. Приехали на 3 часа. Ну и то хорошо, хоть увиделись. Такая собачка смешная. Вот пока дочка у зубного врача, я решила сходить сюда вот на лиман. Я здесь еще не была. Вон там лебеди плавают. И тут, конечно, не пляжное место. Вон тут всякого. Дома прямо вон у воды. А вон там выход в море. Ой, машин в Черноморском. Жуть сколько. Это мы приехали на цыганский рынок, а тут и встать негде. Ладно. Рядом с питерскими. Шикарно, бля. Мухобойки есть? Да. Такая сидит? Да. А давайте как флаг России, красную и синюю. Так Маринка ж покупала такую. Где? Как где? Тебе? Да. Когда? Здрасте. У народа, как на Красной площади в Москве. Ути мои золотые в клетке сидят на жаре. Бедненькие, да. Сегодня 32, завтра будет 33 градуса. Жарко. Так, машина стоит. Значит, он тут. У нас Саша сфотографировался с Костей Дзю. Встретил его на пляже. Я так удивилась, что Костя Дзю делает в Черноморске. Это автовокзал наш. Вот сейчас надо посмотреть расписание автобуса на завтра. У нас Саша завтра улетает. Замечательно пахнет туалетом. Просто. Жаль, не передает запах. Ну вот, кефаль пошла. Ну вот, и виноград созрел. Надо снимать его. А его немного в этом году. Совсем. Но есть. Хоть чуть-чуть. Все. 5 килограмм, наверное, всего. Не больше. В том году было много. Ой, красотища какая. Вот что с камнями делает вода, ветер. Столько лет живешь, не перестаешь удивляться. Вымывается как берег-то. Маленькую искупали, дрожит. Уезжают сейчас мои утренние. Вон Марина сейчас искупается и поедут. Уезжают. Уехали. Кот прям валяется. Кайф у него. Вот оно, кошачье счастье. Никто не трогает, да? Никто не тискает. Филинка. Вот.